10 октября сегодня. Мы едем уже, подъезжаем к первому мостику. Сейчас будем проезжать. Небо такое тоже интересное. Ты посмотри, как украшено здесь. Разукрашено. Перила. Погляди сейчас, он, Володя. А то Надежда, ты не видел ни разу. Какие перила? Поглядись. По цвету флага сделали. Чтобы можно было весной переходить, когда бурный поток будет идти. Вот здесь вот проходить. Видите, вверху жерди идут. Чтобы можно было идти и держаться. Понятно. Самое трудное сейчас забираться. А тут сразу надо быстро. Вот здесь проходить, когда будешь. По этой дорожке иди, где машина шла. Я думал, тут будет трудный подъем. Нормально. Немножко подсохло, да? Подсохло, да. Это нам плюс большой. Сейчас второй мостик тоже будет сложно. Ну да, он называется. По первому мостику за 26 лет первый раз едут. Первый раз. Тут всегда была яма. Так, ну что, Игнат Тихонович, пешком пройти посмотреть или что? Да что смотреть, ты езжай, все. Потихоньку. Нормально? Нормально совершенно. Дверки только посмотри, как открываются. Потихонечку поезжай, совершенно потихоньку. Вот это езда. Тут ни наверх, никуда не поднимается. Да, второй мостик называется. Это у которого насыпь сделал этот бульдозер. А, это вы насыпь сделали? Да. Она же ниже была. И уже это была. Это здорово. Телефон у нас. А смотреть-то что тут? Вину на ноги только цеплять. Валитесь, валитесь. Не спеши только потихоньку. Мы выехали 8:30. Смотри, ну, там она куда-то свернула. Ну так и езжай по следу, видимо. Кто-то же есть вот здесь. Ну а тут-то еще уже считай. Выехали. Прямо по этой, по колее. Да у кого-то колеса широкие. Давай, да? Давай. Благо, что сухо. А так бы мы здесь не заехали. Ну все. Слава тебе, Господи. Дальше обыкновенная дорога проселочная и трасса щебеночная, потом асфальтовая. Слава тебе, Господи, слава тебе. Здесь убрали. А ты ведь притормози там, чтобы заснять. Вот, смотри, сейчас будет надпись. Ты можешь даже дверку приоткрыть. Запусти стекло. Вот. Ну так что, ты знаешь дорогу? Конечно. Ну, давай, приятно. Конечно, знаю.
Слава Богу. Вот спеши только потихонечку. Сейчас будем уже подъезжать к Урывку. Вон она виднеется, деревня. Главное, по четвертам она идет хорошо. Иди по это, влево, вправо не иди. Вот там неизвестно что. Потому что здесь полиция. Благослови выехать только. Здесь уже все. Это Киржатское село. Здесь, да, было когда-то, а потом-то тут старики примерли, а молодые вообще не нуждаются. Десятки. Опять отпусти стекло.
вообще нечем было. Там, где родители, а там пруд, и школы. Да? В штанах. Все, сейчас накрасываю. Стегнуться надо, посмотреться. Я не могу застегнуть. Сейчас, я сам себя вас постегну. Так, какой-то мужик совсем рядом встал. Село в рывке. О, щебень начался. Ну вот представь, ты тут живешь. А что толку? Никому в гости не пойдешь. Люди уже пьют и запиваются, еще только нету. Он говорит, там большое село, Барнаул большой город. А я выйду, я чужой. Только свое у кого-то увидишь, а свое-то я увижу в деревне. Так в городе-то искушение насколько больше. На меня пали. Вылезла, я и разрешил. Видишь, какая? Ой, пали. Ну-ка, давай, перед фотоаппаратом. Ну-ка, давай. Вот она где, вот она. Ну, что, Паля, ребята, едет в город. Выехали мы. Ну, Паля в город едет. Слава Богу. Сейчас на минутку остановимся. Осмотр небольшой машины. Все, выше на трассу. Там да. Конем сфотографируй, на этом все. Небольшая остановка, надо смотреть машину. Пристегнитесь, ну-ка, кто давай. Не пристегнулся. Я не могу. Сейчас. Вот так вот наша машина выглядит после дорог полевых. Машина красивая, покрашенная, сразу. Русский автопром жив? Да, слава Богу. Это наш православный библейский сайт. Вот его адрес. Кистиня1.ру. Там в форум можно выйти и на YouTube канал. Вот пасут. На лошади пасет коров, это хорошо. А там дым какой-то у него идет. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя. Заезжаем в Шарщино. Теперь в Шарщино проезжаем. Там больше и не надо ничего. Не надо. Там ничего нет. У нас на лесопилке были, мне жалко, он мужик сидит, чуть не плачет, овечек держал, говорит, ночью сегодня 20 штук отравили. Утром встал, все мертвые лежат, отравили. А зачем? Говорит, ну а кто? Во-первых, я не знаю кто, но завидует от зависти. Народ тупой и злобный. И почему? Потому что, говорит, слабый. А сильный-то он бы прямо пришел, сказал, мне не нравится он тот, или давай вот так там что-то как-то. А это нет. Они
когда крышевать собираются, приходят, а мы вас защищать буду, я не нуждаюсь, вас грабить будут, а я отобьюсь. Так мы защищили бы вас, да не надо, ну тогда надо платить деньги, как вот в армии, надо родину защищать, а то враг придет, нас убьет. Да я не воюю, я христианин, так будешь? Нет, не буду, к стенке. Враг еще не пришел, уже застрелили всех. Это хорошо описывается, как он, комиссар дьявола, книга называется, Нежный Александр Иосифович пишет про толстовцев. Они не идут воевать? Молодые парни пишут письмо домой, последний раз видимся. Всех расстреляли, взяли здоровые, крепкие, русоволосые. Сидят, не, Владимир, подожди, тут может быть неприятность. Лучше объехать. А то бывает там так, колодец или еще что-то. Мы тут ездили тогда на нашу встречу, привозил старушек Лужков и развозил. Никого, наверное, нет уже здесь. О, одна в юбочке стоит. Ну и то без платка в шапочке. Как там Галина Георгиевна-то? Жива, нет? Да вот не знаю я даже. Давно с ней не виделся. Шарчик не пошли. Валя хорошая, Валя хорошая. Проехали. Истогазировали. И выехал. Вот 10 октября заехали мы в Барнаул. Проехал я. Надпись. Вот магазин.